осознанный массаж, мантра и молитва. Сейчас я вам покажу, как нужно делать массаж, например, правой руки. На вдохе я поднимаю руку за 8 ударов сердца и делаю движение к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Таким образом я при вдохе синюю кровь направляю через сердце к легким. А затем при выдохе я руку опускаю. И красную кровь я от легких толкаю в ладони. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Таким образом я учитываю направление движения крови. При вдохе кровь движется к легким. При выдохе, когда рука опускается, кровь движется от легких, и надо рукой толкать по направлению к ладони. Если это вы поймете, то вы поймете легче моему теорию обращения. Сейчас я включу метроном и проделаю полет одной руки. Поскольку у меня болит правое плечо, поэтому я массирую правую руку. В дальнейшем я буду вместо метронома петь молитвы и мантры всех пророков. Молитва или мантра, которая повторяется много раз, это сильнейшая медитация, которая производится как в ритме сердца, так и в ритме полного дыхания духа. Где вдох продолжается 8 ударов сердца и выдох 8 ударов сердца. Подписывайтесь, я отвечу на все ваши вопросы по здоровью. Мухаммадан Расуллах. Мухаммадан Расулуллах.
Мухаммадан Расулаллах. Мухаммадан Расулуллах.
Muhammad